Это у нас новенькая, у которой шея была передавлена жгутом. Там не ошейник был, а жуткий-жуткий, аж врезанный в кожу туда. Ой, малышка, да, шея у нее очень сильно перетянута была. Просто сильно. Девочка, вся слеза. Еле-еле расстегнули. Она уже врастать начала. И дитё плачет, да. Все время плачет. Ладно, малышка. Так, смотрим вторую манявочку. Что у нас со второй девочкой? У нас у этой малышки у нас сломана лапа. Тише, деточка, тихо. Тише, 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 тише. Сломана лапа, непонятно что. Та и таз. Тихо. Но она веселая, хорошая, потому что перелом старый. Вот только не знаем, сможет ли она разродиться. Позовешь ты меня, а то она... Уйди, малыш, от меня. От меня отойди. Иди ко мне, девочка. Иди туда, в другое место, иди. Моя хорошая такая. Здесь у нас лежит вторая, третья поломанная девочка. Третья, вторая поломанная. И у нее сломана правая лапа. Передняя. Что еще сломано, пока не знаем. Но правая лапа видна сильно. Ее нашли на дороге. Так, ну что ты, красотка моя? Красавица, грязнющая. Клещей сняла кучу, конечно. Все, долго она ходить не может. Она очень ласковая, хорошая девочка. Да ты красотка маленькая, да? Ты хорошее дитё. Мамина. Красивая девочка, да? Скажи, я рада, что я дома.